Берлин, 15 марта 1921 года. Адольф Гитлер. Немезида. Я армянин. Он турок. Он убийца. На допросе в полицейском участке Шарлоттенбурга вы сообщили, что ваше имя Сагамон Телерян, что вы родились 2 апреля 1897 года в Пакериджи, Турция, что вы армянин, протестант и учитесь на механика. В Берлин прибыли в начале декабря. Все верно, Ваша честь. Вы были лично знакомы с жертвой? Нет, Ваша честь. Но я знаю, что он отдал приказ уничтожить мою семью. Мою мать, моего отца, мою сестру. И весь мой народ. Абсолютно весь. Когда вы приняли решение убить Талаат Пашу? Когда меня об этом попросила мать? Ваша мать? 2 недели назад? Мне приснился кошмар. Я увидел во сне труп матери. Она встала, подошла ко мне и сказала: «Талаат Паша в Берлине. А тебе все равно? Ты мне больше не сын». Когда я проснулся, то решил убить его. То есть вы признаете, что ваши действия были предумышленными? Нет. Я не считаю себя виновным. Да, я убил человека. Но я не убийца.